Следующий сюжет подготовили юные журналисты нашей телерадиокомпании. Речь в нем пойдет о новом виде спорта и неограниченных возможностях. Гость нового выпуска программы «Бухты-барахты» – слэдж-хоккеист Даниил Балатаев. Мальчик твердо решил стать знаменитым спортсменом. Купил на свои деньги форму и специальные сани. Когда вообще садишься первый раз, вот тогда трудно, да. Вот сейчас я уже как бы давно тренируюсь, уже 3 месяца, даже больше. И мне уже как бы легко. Вот человеку клуба КХЛ, который обычно хоккеист, сел в сани и даже поехать не смог. То есть для людей, которые совершенно в первый раз садятся вот в такие сани, это сложно. Несколько раз в год Даниил отправляется на сборы в разные города страны. Ведь в Чебоксарах своей слэдж-команды пока нет. На просьбу родителей провести тренировку для Дани на родине откликнулся хоккейный клуб «Чебоксары». Я не боюсь даже разбить лицо. Я знал, куда я иду. Я знал, что это вообще за спорт, что это жесткий спорт. Я знаю, какие там травмы бывают, вплоть до проблем очень серьезных. Я к этому готов, потому что хоккей – это мое призвание. Я очень люблю хоккей.